Наивысшее божество Калачакра со своей супругой в центре мандалы, в окружении многочисленной свитой, 722 божеств. То, что вокруг них – идеальный мир для всего сущего. Прежде чем возвести такую песочную мандалу, ламы 3 дня читают молитвы с утра до вечера. Кстати, песок для нее изготавливают из камней священного озера Байкал. Его измельчают в крошку и подкрашивают растительной краской. После возведения мандалы каждый день с раннего утра в Дацане проводятся хуралы. Мы просим, чтобы Калачакра сел с божественной супругой, и которая окружает 722 божества, дали нам благословение, чтобы, имеется в виду, вот маленько ум прибавился, чтобы имена, чтобы хорошие были. Калачакра – это сокровенное учение, переданное Буддой Шакьямуни. Его имя переводится как «колесо времени». И мне оно во всем помогает, как бы сказать, да, успокоение дает. Да, и это, как сказать, чтобы мои мечты, какие вот я жила, они исполняются всегда. Мандала Калачакры сама как произведение искусства уже интересно. Вот. Тайные, конечно, ее свойства тяжело постичь, но стараюсь. Как говорят в буддизме, то есть надо посещать. Это оставляет отпечатки в уме хорошие на будущее. Может быть, не на эту жизнь, а на следующую. Хуралы завершатся 26 апреля большим обрядом, а разрушение мандалы будет летом. Ее частички раздадут прихожанам, а остальное ламы поднесут духом воды, спустят песчинки в реку. Елена Власова, Инесса Дондукова, Екатерина Ковтун, Виктор Карновской. Новости дня.